Господь призвал нас для того, чтобы мы могли прославлять Его за Его бесконечную милость в песнях, в творчестве, в стихах. И наше желание, чтобы человеческие сердца менялись под воздействием Слова Божьего, которое заключено в этих творческих проектах. И мы верим, что христианская музыка, она оказывает большое воздействие на человеческие души. Потому что когда человек слышит звуки духовной музыки, его сердце умиляется, смягчается и раскрывается для Божьего Слова. Уже более 20 лет мы записываем песни, альбомы, делаем разные видео, также записываем детские песни, проводим вечера поклонения. Также мы делаем акцент на сюжетных видео, потому что библейские сюжеты или притчевые сюжеты, которые основаны на определенной драме, драматургии, они сильнее воздействуют на человеческие сердца в песнях. И наши друзья, с которыми Господь позволил нам служить, не просто братья и сестры. Это прекрасная команда, и каждый готов пожертвовать своим временем, сном, всеми своими силами ради реализации того или иного проекта. Большинство из наших братьев и сестер, с которыми мы сейчас служим, это были дети в нашем собрании, но из-за того, что они росли в атмосфере поклонения, служения, созидания, искания Господа, большинство из них сейчас являются авторами-исполнителями, владеют многими музыкальными инструментами и приносят славу Господу. Да, и они не только занимают место в творчестве, но также и в техническом плане они являются огромным подспорьем, создавая видео, монтируя, аранжировки. Мы благодарны Господу за то, что Он наделил нас такими людьми и дал нам идти с такими отдающимися сердцами. Мы хотим, чтобы то, что мы делаем, привлекло как можно больше человеческих сердец ко Христу, к Голгофе, чтобы их сердца изменились, чтобы они последовали тем путем искания, поклонения, пробуждения.